это тот самый Матвей, который отжимается просто монстр среди всех. Всего. Друзья, всех приветствую, с вами на канале снова Яркий Мейборис, рад снова возвращаться. И сегодня 27 апреля, это значит в Праге, да, в Праге чемпионат мира сегодня по стритлифтингу, где будут самые мощные атлеты. И, короче, увидимся там, я буду все снимать, будет весело. One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself of a time when I... In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got... Итак, друзья, это то самое заведение, где проходит чемпионат, и чувствую такое ощущение, как будто я сейчас сам буду участвовать. Не знаю, я так долго ждал, и будет просто жара. Давайте зайдем внутрь. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a... Здорово, здорово. Конечно. Так. Итак, друзья, это тот самый Матвей, который отжимается просто монстр среди всех. Всем здорово, ребят. Да, я сегодня за тебя, брат. Удачи. Спасибо. Сколько за... рассчитываешь? Минимум 170. Ну, удачи. Очень хочу больше. Да, я за тебя. Не могу ничего обещать. Ну, ты по-любому выиграешь. Я уверен. Oficiální zahájení, chtěl bych poprosit všechny diváky a lidi, co se přijde podívat, podpořit naše akci. Друзья, у нас многократно чемпион мира по фристайлу, и он себе, меня сильно мотивирует, я давно слежу за тобой. Спасибо. И ждем от тебя небольшой мастер-класс. Такой, очень, ну, такой, очень маленький мастер-класс, элемент, потому что это... Спасибо.
pokus, že prvních 20 kilo Go!
se. Друзья, вот и все, соревнование подошло к концу. И, ну, конечно же, Матвей и в подтягиваниях, и в отжимании на брусья поставил одновременно два рекорда. И в подтягиваниях сколько? 120 килограмм, на брусьях 170 килограмм. И занял первое место, чемпионом стал. Короче, вот, просто не передать вот ту атмосферу. Когда ты смотришь на людей, которые уже находятся на том уровне, это уже сильно вдохновляет, сильно мотивирует, чтобы двигаться дальше, чтобы еще тяжелее работать над собой. И поэтому спасибо вам за просмотр. Если вам данное видео было интересным, обязательно поставьте лайк, подписываемся на канал. Впереди вас ждут еще много интересного видео, много чего нового будет. Поэтому всем спасибо за просмотр, и мне после этого остается только работать еще тяжелее, и увидимся в следующем видео.